информация о том, что были выделены субсидии на второе полугодие, заложены, вот они, что будут предоставляться школам в конечном итоге, этой информации нет. На первое полугодие закладывали 22 миллиона рублей, пояснил Евгений Мамаев. На второе, если субсидию заложат, она будет в такой же сумме. Итого 40 миллионов за год. Но этого недостаточно. В прошлом году выделяли на питание для льготников в школах больше 66 миллионов рублей. И учитывая уровень инфляции и рост цен, на этот год нужно закладывать как минимум такую же сумму, считает ОНФ.